Здорово, ребята! С вами Димас. Я продолжаю проходить третьего Crash Бандикута. Вторая комната. Арабская. В общем. Так, шестая миссия. G-Viz. В общем, классика. Это классическая миссия. Why must you continue to be a thorn in our side? What? Where was I? Tiny was a good fellow. He hated everyone and everything, but a good heart nonetheless. Please be more reasonable with my minions next time. Да, это классическая миссия. Ее можно пробежать на ноль ящиков. Что я, собственно, собираюсь сделать? Да, 100 ящиков в этой миссии, в этом уровне. Блин, на кой хрен тебе это понадобилось? Ах ты, гад! Чёрт, он меня попал! В лягушку меня превратил, гад! Непорядок! Отстаньте от меня, все! Чё я вам сделал? Я просто хочу пробежать на ноль коробок. Неужели это сложно понять? Так, ну тут еще бежать и бежать на самом деле. Слышь, ты, козёл, отвали от меня. Так, я вот так по краешку бегу, блин. Так, ну хотя бы кристалл возьму. Так, опять козёл. Отлично, ноль ящиков. Где эти? Вот, ноль из ста. Это пробегается. Так, ну кристалл я вытащил. Окей, теперь иду за гемом. 100 коробок. Да, и жизни надо пособирать еще. Пошлите отсюда, лягушки. Да, вот сейчас я применю свою способность, супер могучий прыжок с животом. Ах ты сволочь. Убиваю этого мага. Thank you.
козёл. Так, отлично. Чекпоинт. Сыпнул, раскидал вас всех. Так, вот тут жизнь. И вот, вот эти коробочки. Так, тут надо успеть. Черт, я не взял жизнь, не успел. Так, я тут все собрал? Вроде бы все. Козел, иди отсюда. Так, это ты? Опять маг. Пошел отсюда. Так, 48, 49. Опять ты. Лягушка. Отлично, ТНТ взорвал. Ах ты сволочь, блин. Попался об него. Вау. Я лягушкой нитру взорвал. Вы так похожи. Так, бонус. Бонус, да. 67 коробок на данный момент. Тут бонус с подляной. Да, есть тут такая подляна. Можно запороть. Так, стрелка. Тут есть активатор, но тут есть коробка снизу. Так, тут есть активатор еще. Три коробки в ряд. А теперь вот этот активатор. Да, если бы я не разбил тот ящик, я бы его уже не смог достать. А теперь у меня все 18 коробок. У нас коробок осталось. Ну, какие-то коробки уже были под нитро. Предназначены. Так, пошел вон. Так, козел. Так. Вот взрыватель. Отлично, вот он, гем. Все. Гем взял. Шестая миссия пройдена. Так. Отправляюсь я в седьмую миссию. Энгем Хайв. Вот это вот как раз арабская миссия. Тут есть желтый гем даже. Но проблема в том, что в этот уровень два входа. Так, а зачем я собираю ящики? А, я вспомнил, что уровень нельзя пройти на ноль. Сейчас объясню. Там будет такой момент. Так, чекпоинт. Сколько тут
96 коробок. Ага, там была сверху коробка. Так, катись отсюда. Чекпоинт. Вот эту коробку еще можно обойти. Так, эта коробка требовала, чтобы я ее сбил побыстрее. Так, вот это место. Вот эти вот два ящика. Да. Я их никак вот не достаю. Точнее, обойти их я никак не могу. Вот. Поэтому с этого входа, по крайней мере, не представляется возможным пойти на ноль. Так, тут бонус. Идем в бонус. 36 коробок уже сбил. Лестница. Так. Отлично. Жизнь взял. Раздолбаю это все дело. 5 коробок еще где-то. А, вот они. Тут нужно было выбрать ТНТ, чтобы активатор активировал ящики. Отлично, 20 собрано. Плюс 20 коробок. Плюс жизни. Кристалл я взял. Так. Перебираюсь на руках дальше. Ах ты сволочь, зацепил меня каким-то образом, паразит. Так, тут нитро опасно. Опасно. С нитро шутки плохи. Так, нет, я лучше пережду. Так, вот там вот вдали виднеется на дальнем плане желтый ген. Но взять его с этого уровня крайне сложно. Надо вслепую там как-то маневрировать. Я попробовал, у меня что-то там совсем, я ничего не помню. Очень сложно взять его с этой стороны. Так, тут так, активатор, взрыватель. Отлично, коробки все. Вот он, гим. Замечательно. Миссия пройдена. 7-й кристалл. 7-й гем, по-моему. Пойду сохранюсь. На всякий случай буду на разные слоты сохраняться. Так, а цифр тут нету, да? Чисто на всякий случай. 15% пройдено. Так,
Какая следующая миссия? Восьмая миссия. О, Fog Ride. Новый тип уровень, гоночный. Ну, что я могу сказать? Надо прийти первым. Это для кристалла. Собрать все ящики. Это для гема. Попробую сделать то и другое. Сегодня у меня получилось. Там был идеальный просто заезд. А, нет, не получится сейчас уже. Ну ладно. Ай-яй-яй-яй. Ну ладно, хотя бы приду первым. Ускорялочка. На ноль коробок, кстати, очень легко можно проехать. Я даже не знаю, даже смысла, наверное, проходить это нет. Сейчас мне на ноль коробок. Ну, сами понимаете, это очень просто. Мне просто не хочется лишний раз проезжать эту трассу. Сыграю на все коробки. Да. Ой, я даже не ускорился. Всё. Так, не нужны мне часы. Вот коробка. Вот две коробки. Так, вот коробки. Сколько осталось? Три коробки осталось взять. Так, еще одна. Вот она. Я все равно приду первым. Нет, вторым пришел. Ну ладно, ладно. Ген главное взял. Да, на реликт это все потом. Пока кристаллы гемы. Девятая миссия. Tomb Time. Это вот уже... Good day, mates. Dingo dials the name, and Uka Uka and Cortex gave me orders to bring the crystals to them during the Ice Ages. So give me the goods and shove off, or I'll roast you. Это второй босс с нами общается. Чем-то грозится. Что-то ему не нравится. На ноль ящиков. Пройти это можно попробовать. Перепрыгнуть вот эту стенку. Уровень египетский, да. Так, крокодил. Опасно. По-моему, на ноль это проходится. Так. Открывай ворота. Там, кстати, маска есть, но она мне сейчас не нужна. Так, платформа вот эта вот. Так, открывайся дверь. Успел.
Отлично, не попал под удары. Ай-яй-яй-яй-яй, попал. Ну ладно. Главное, хорошо, хоть маска была. Так, тут главное не попасть под огонь. Это задача. Куда ж я полетел тут, блин? На. Вот полетел куда-то. На самом деле, миссия-то короткая. Так, ну давай, открывай. Врата. Ну, чё-то закрылся. Так, вот в этом моменте... Да что ж такое-то, блин? Отвались. Так, отлично. Немножечко, в принципе, можно сбить, но зачем? Змея. Отлично, кристалл взял. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот, ноль. Ноль из 95 коробок. Так, ну теперь я пойду схожу за гемом. Да. Тут два гема даже. Но один гем я не получу, потому что нужен пурпурный гем. Там, для входа. И вроде коробки даже, я не факт, что... Все соберу. Надо посмотреть. Вообще это просто... Проходит сейчас или нет? Ну, по-моему, нет. Так, чекпоинт. По-моему, нет. Вот я схожу в бонус на разведку, так сказать.
посмотреть, что за бонус. Тут стоят ящики ТНТ. Тут просто стоят ящики. ТНТ все взорвались. 6 из 19 коробок. Отлично. Так, осталось 7. Так, наверху ящик. Отлично. Делается это вот таким образом. Так, и еще 2 ящика. Замечательно. Бонус пройден. Но коробок до хрена еще, конечно. Так. Маска, отлично. Отлично. Так, двери. Не хлопайте, не хлопайте. Чекпоинт, там вторая маска. Ее можно взять. А вот эти ворота, они не откроются, потому что нужен пурпурный гем. Вау, допрыгнул. Так, отлично. Класс. 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 Так, ну еще, блин, еще сколько? 35 коробок. Где я столько найду? Вот жизнь, кстати. Коробок игра еще требует до хрена. Наверху вот есть. Да что ж такое? Так, огнеметчик. Так, коробок до хрена, конечно. И активатор взрывателя нитро я еще не видел. А допрыгнуть туда? Не, далеко очень. Я даже не вижу там платформы. Поэтому не получу я гем пока что за эту миссию. Зря, в общем, заходил. Ну как зря. Жизнь пособирал. Убедился. Да, в общем, отправляюсь в 10-ю тогда миссию. Последняя миссия в этой комнате. Десятая. Называется Midnight Run. Это еще одни скачки, только ночные уже. Так, ну скачки на ноль, это интересно. Все-таки это посложнее, чем гонки. Поэтому надо попробовать. 35 коробок здесь всего. Вау, вау, вау. Полегче, полегче. Не-не-не-не-не. Так, тут я лучше по низу пройдусь. Ага, понятно. А тут уже змея по-другому себя ведет.
Ай-яй-яй, зацепила хвостом своим. Не, ну можно, конечно, на скорости. Бляха-муха, бочка. Бочка помешала. Да ёпарасоте, коробка. Не, медленно тоже ехать не очень хочется. Да ты чё, блин? Козлина совсем. Опять оно. Так, не наверх. Вау-вау-вау, чудом просто. Не сбил сейчас коробку. Да, ноль есть. Кристалл только спёр. Так, ну а теперь на коробку. Так, того 7. Сели я сбил. Эту сбил все-таки. Сбил, отлично. Успел. Да чтоб тебя разорвало. Долбаная скорость. Так, сейчас наверх. Одну не достал. Да куда?
Отлично. Еще чекпоинт жизни. Четыре коробки еще. Отлично. Это гем. Так, ну что сейчас? Второй босс будет. На самом деле, второго босса можно одолеть быстро. И вообще не дать ему ничего сделать. Я, наверное, так и сделаю. Воспользуюсь, так сказать. 20% пройдено. Так, босс, иди сюда. Динго Дайл. Свинья. Сейчас с помощью одного бага, который... Right. Now you've gone and done it. Them crystals are mine. Ну да, самоуверенный тип. В общем, сейчас он будет ошарашен. Вот и весь босс. You thrashed me, mate. No worries, but you'll soon be up against much worse. Да, я получил способность вторую. Вторая способность — двойной прыжок. Да, вот таким вот способом я быстро удел этого босса. Двойной прыжок. При нажатии прыжка еще раз нажимаю прыжок, и получается двойной прыжок. Так, сохраняюсь. И на этом завершаю данную серию. Благодарю за внимание. Увидимся в следующей комнате. Пока-пока.